Первыми пеленочек. Да. Так 5 минуток, да? Оно убирает. Да. Сейчас будет первое купание. Даже уже 37. Нормально. Ой, так. Так, Сережа, так придерживай головку, чтобы она не перевернула, чтобы или ты, Саш, держи, чтобы в ушки не попадала водичка. Ой, хорошо, водичка. Водичка. Водичка, хорошо, водичка. Водичка. Ой, так хорошо, водичка. Так, держи, Саш, головку, чтобы это. Вот так. Блаженство, да? Делаем. И все, тут такое блаженство. Ну, смыться все пот, все, что там есть, все, что на ней. Можно набрать чуть-чуть кружечку, да, чашечку теплая. Водички, немножечко, а сюда капнуть. По краю, да. А какую кружечку теперь? Сюда нозечку, вот так. Вот так. Саш, держи, чтобы не попало, а чтобы в ушки не попало. Чтобы на шерстку попало. Вот так, хорошо, водичка хорошая. Вот так. Вот так, и носки распрямили, и ручки распрямили. Ой, хорошо, так водички хорошо. Мама каже, не надо купать, надо купать девочку, да? Надо девочку купать, каждый день надо купать. О, я детки засыпают в водичке даже. У них там уже щипать между ножками. Вот так, сейчас. Давай, так сказать, еще что-нибудь. Да. А полоску сразу. Тихо. Так, ну-ка, давай.